Поздравляем сборную Испании со второй победой на турнире. Какой матч понравился больше, вчерашний против сборной США или сегодняшний с командой Греции? We congratulate you with the second victory on this tournament. And how do you think? What do you think? Which game was difficult with the USA or with the Greece? Well, difficult and better. Yeah, I think that we beat them very easily, but this is not a real situation. We are at. I'm going to explain myself. In 2 weeks, we got the real aim of this season. So every team now is kind of hiding something. So we cannot make a real balance of this game. But I'm happy because the team is playing well, is growing well, and that's it. Я считаю, что мы достаточно легко выиграли эту игру с Грецией. Я объясню, почему я так считаю. Дело в том, что через 2 недели у нас перед всеми командами одна цель. Это турнамент, предолимпийский турнир. И на этом турнире Кириши Кап все команды ищут что-то новое, новое в тактике, тренируются. И поэтому, может быть, некоторое неоднозначное состояние всех команд, участников этого турнира, и поэтому возможны такие и победы, и поражения. Did I say all of that? Yes. Насколько сложен для него, для сборной Испании, регламент турнира, 5 напряженных матчей в течение 5 дней без выходных? Is it difficult for your team to play every day during 5 days? Well, I think it's difficult for every team. But maybe we're gonna pay that effort, physical effort, because we didn't train too much before coming here. So I don't know. We'll see how the girls feel tomorrow. We're trying to do many changes during the game to give them some minutes of rest to all of them. But we'll see. For the moment, it seems that they're taking it very well. Конечно, такое расписание достаточно. Серьезный турнир с таким расписанием для каждой команды. И прежде чем попасть на такой турнир с таким расписанием, мы очень серьезно тренируемся и приобретаем определенную хорошую физическую форму. Это играет нам на руку. То есть мы становимся крепче, лучше, быстрее в игре. Thank you and see you tomorrow. Спасибо.